задала, потому что клиницу сестры. Ребят, ну что, нам 500 километров нужно ехать к бабушке. Мы сейчас едем на заправку. Ну все, заправились. Теперь едем дальше. Давайте. Пап, дай мне телефон, я буду играть по дороге. Какой еще телефон? Нет, давайте договоримся. Никаких телефонов. Ни Давид, ни Артур. Играть хватит. Эх, жалко. А тем более, ты, Давид, вообще уже постоянно играешь в Гренни. Идем. Пап, может, дашь телефон? А то вкусно ехать. Какой телефон? Нет, ничего не дам. Почему? Хватит играть. Тем более, ты играешь в одну игру, и все. Такое огромное количество игр сделано, а ты только в Гренни и в Гренни. Наверняка уже скоро будет казаться тебе, что всюду Гренни. Всюду прям. Что это такое, Давид? Это на чем ты играешь? А я не на телефоне играю, а на айпаде. Ты говорил, что только на телефоне нельзя. Вот это хитрый. Я имел в виду все. И телефоны, планшеты. Полностью все запрещено. Смотри на то, что вокруг. О, смотрите, там Гренни на остановке стоит. Где? Да какая это Гренни? Что тебе постоянно что-то мерещится? А вот это разве не Гренни в поем? Ты слышал, Артур? Вот это да. Уже даже в поле кажется везде ему Гренни. Давид, это хорошо, что ты еще не играешь сейчас. Рассматривай все вокруг, природа. Отдохни уже от этих мобильных игр. Гренни? Где Гренни? Давид, сколько можно уже? Ну вот давай сейчас подъедем. Сейчас уже окончательно, чтобы ты показал, где она. А если ее не будет, то все. Ну, где Гренни? Развалины одни. Да вон там, дальше. Давид, ну вот только ради того, чтобы ты уже ехал и молчал. Вот, смотрим. Гренни нету, никого нету. Слушай, ну тут, конечно, жутковато, но не настолько, да, чтобы мерещилась Гренни всюду. Развалины, и все. Да вон она. Пап, давай выйдем, пусть покажет, где это Гренни. Давай, давай. Ну что, достаточно тебе? Едем уже? Да нет, нет. Да она правда там есть. Пошли, покажу. Да, сейчас пойдем посмотрим на нее. Ну, давай. Кто-то там шумит. Да это она, Гренни. Да нет, какая Гренни может быть? Может, поехали? Да давай. Нет, поехали, давай посмотрим. Ладно, ладно, давайте минутку еще вот сюда пройдемся и все. Да чтобы нет, уже нет. Точно Давид убедился. Ну что, едем? Да. Да нет. Давид, уже честно надоел своей Гренни. Да нет, вон там. Стойте, стойте тут. Я сам пойду проверю. Давай. Все замечательно. Доказано, никого нету, все нормально. Можем ехать. Что вы так смотрите? Откуда она упала? Вроде никого. Это бита. Я сам не знаю. Откуда-то выпало. Да говорил, что там есть Гренни. Уходим уже отсюда. Да-да, уезжаем. Посмотрим. Слушайте, что-то я уже сам боюсь. Нужно ее оставить здесь. Все, давайте, уходим.
Может, возьмем с собой? Да нет, нет, нет. Нет, какая-то... Она какая-то мистическая. Лучше такие предметы вообще с собой не брать. Ну что, мало ли что произойдет. Все, быстро в машину. Ой, я забыл еще в кусты сходить, хорошо? Ну давай, да, хорошо. Все, можем ехать, да? Нужно быстро отсюда уезжать куда-то, подальше. Да? Что это такое вообще? Ехали-ехали, солнце, а теперь резко портится погода. Прям потемнело. Что это такое? Это случайно не связано с нашим заездом в эти развалины? Да я не могу. Ты потемнела. Ну и что, было светло, сейчас стало темнее, что? Это волшебство, Гренни, я тебе говорю. Папа, он считает, что вот это вот потемнело только из-за волшебства Гренни. Давид, точно. Просто заехали в местность, где тучи, где дождь идет. Вот он уже тут полным ходом. Нет, я тебе говорю. Ну это Гренни. Нет тут никакой Гренни. Видишь, это я говорил тебе, это волшебство Гренни. Гренни не Гренни, но этот дождь какой-то странный. Да. Что-то с ним не так. Между прочим, по прогнозу так и было, поэтому не надо себе выдумывать что-то. Гренни какая-то. Ого, сколько воды! А что это за город? О, это, наверное, город Санкт-Грэннибург! Что ты шутишь? А ты что, постоянно боишься? Гренни, тучи, дождь! Ничего страшного нет. Ну вы даете. Ну что, нормально? Почти уже ясное небо. Слушайте, прям удивительно. Солнце было, потом резко тучи отовсюду, ливень. Сейчас опять солнце. Как это так? Мистика какая-то. Да я сам в шоке, никогда не видел, чтобы такое было. А зачем мы остановились? Слушайте, ну это сюрприз. Мы остановились, чтобы посмотреть один из самых крутых троллеев. Троллей, знаете, что такое? Троллейбус? Зачем на него смотреть? Да. Какой троллейбус? Нет, троллей. Сейчас увидите. Хорошо. Ну что, давайте я съезжу и через минут 15-20 снова меня сюда привезут. Угу, конечно, мы тебя здесь ждать будем. Нет, поехали дальше. А я бы покатался. Тут никакая Гренни не догонит. Круто, ладно, идем. Опять Гренни? Нет, бабочка полетела. А, бабочка? Ну хоть бабочка уже. А то Гренни везде мерещится. Идемте в машину. Что интересного надо смотреть? Пока мы ехали, я несколько раз видел Гренни. Это она вот так вот стоит и говоришь: вот она в поле стоит. Мы ее проехали, она осталась позади. Потом она быстро бежит, 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 встала и говорит: «Привет, Давид!» Ты говоришь: «Вот она стоит!» Мы ее опять обогнали, и она опять осталась позади. Потом она уже летит на самолете, потому что она уже устала, и опять стоит. «I see you!»
Это так, по-твоему, а? Да она просто может телепортироваться. Телепортироваться? Да не может никто телепортироваться. Да и вообще не существует этого персонажа. А что ты биту не забрал? Побоялся, что ли? Она же чья-то. Хозяин придет, а она исчезла. Поэтому и не взял. Не хозяин придет, а хозяйка. Хоть там и жутковато, но это точно не Гренни. Это Гренни. Ой-ой-ой, падают обороты. И... Что такое? Не знаю, что это, резко как-то все отключилось. И что делать? Что-то запищало. Панель приборов начала мерцать сильно. Слушайте, это что-то непонятное. Вот оно все замигало, исчезло, как короткое замыкание какое-то было. О! Завелась! Ну вот это да, сегодня. Дожди, автомобиль как-то себя странно ведет. Давиду мерещатся всякие небылицы. Задала, потому что Гренни существует. Вообще, сегодня какой-то странный день. Все было хорошо, пока мы не побывали на вот этих вот развалинах. Правда. После такого начнешь верить в какую-то мистику. Друзья, кстати, если вы что-то заметили, почему вот какие-то эти странные совпадения случились, напишите, пожалуйста, в комментариях. Пожалуйста, ставьте много лайков, чтобы эта мистика побыстрее развеялась.